Свободный от угнетения. Уникальный прорыв в будущее был совершен Советским Союзом. Индустриализация и культурный взлет из военных лет позволил восстановить фашизм и прорваться в космос. Был обеспечен ракетно-ядерный иммунитет Соединенных Америки, означенный мирная жизнь нашего народа. Эпоха великих свершений зовет нас быть проходит в обстановке военных действий на Украине, которая за последнее время резко изменилась. Как отмечает председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, армия неонацистского режима перешла в контрнаступление. Ныне идет не специальная военная операция. Он сказал, что Соединенные Штаты Америки